Еще один печально известный Игорь Гиркин или Стрелков сыграл важную роль в войне в Украине и недавно хвастался о том, что пересекал границу со своими бойцами и сказал, что если бы не было их, не было бы сепаратизма в Восточной Украине. Недавно также говорил о том, что крымский референдум был проведен под дулом пистолета. Жизнь в Восточной Украине далеко не идеальна в результате того, что правительство долго забывали об этих регионах. Тем не менее, местные жители, российские, русскоязычные, хотят вернуться домой, вернуться к своей повседневной жизни. Благодаря кремлевскому решению Кремля защищать, так сказать, русскоязычных, у них нет домов, нет работы, нет дохода. Они потеряли близких и даже многие погибли. Российская война, марионеточная война России принесла разрушение и смерть в регионы.